Что нового? Мамурчик, я к тебе, дорогой. Кушать хочу, как мне. Приятного аппетита. Машалла, слушай. Пора к отлеге, я извиняюсь. Как вы? Я не помешаю сейчас? Не. Точно? Семейные праздничные. А, я тебе говорю, семейный. Вот это я понимаю, муж. Вот это. Это хозяйка, да? Да, хозяйка. Меня Мухаммад Расул зовут. Я ему вручал этот, как его. И что, когда это самое сказали? Ну, иншаллах, 8 января, иншаллах. Готовлюсь, я тоже чувствую волнение. Она отпускает? Я, по-моему, вам немножечко помешал. Вы его отпускаете, да? Да. Одного? Да. Самого? А чего ее не берешь? Ну, иншаллах. Делаем два. Пусть Аллах хорошее предпишет. У вас сегодня день рождения, да? Да. И что? Ты ее так оставишь, что ли? Подарок приготовил? Подарок, иншаллах, есть она. Вас как зовут? Фатима. Фатима? Иншаллах, очень приятно. Ну, подарок тогда мы приготовили вам. Иншаллах, рахман. Хороший, иншаллах. Давайте поаплодируем, друзья мои, все вместе. Еще одна путевка на Малый Хадж. Вам от тех людей, которые за вас переживают, вас любят. Иншаллах, рахман, решили, зная Мамура, зная вас, решили преподнести вам этот подарок. Единственная просьба, когда вы будете там на этих землях, чуть-чуть дуа делайте. В частности, если есть, было бы, вот есть просьба одна, маленькая просьба, есть такая у нас сестра, наша сестра, Амина Юсуф, чтобы ты за нее делал дуа там почаще, хорошо? Иншаллах. Иншаллах. Она онемела, по-моему. Эти цветочки тоже ей, да? Мама, машаллах. Давай. Друзья мои, чтобы было понятно, что произошло. После того, как мы вручили путевку Мамуру, друзья этой семьи, увидев, что он получил эту путевку, люди, у которых есть возможность, решили порадовать его уже до конца и полностью. И для его хозяйки отдельно сами взяли, оплатили эту путевку. Все, что нам остается сделать, порадоваться за нашего брата. И алхамдулилля, вот именно амал этого человека его стал причиной того, что он получил сегодня это. Дай Аллах, чтобы у нас вот этот красивый амал проявлялся.